Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, Центр Сангейтс, меня зовут Майкл Мелехов, и у нас сегодня очень и очень необычная передача, и очень необычный человек, которого вы видите на своих экранах. Сейчас я его представлю. Представление может занять достаточно время, но это необходимо, потому что, как я уже сказал, передача, и вы сейчас в этом убедитесь, выходящие за рамки обычных передач, которые мы ведем в Центре Сангейтс на радио Центра Сангейтс. Итак, речь идет о Люсии Дашкевич, которая является в настоящий момент одна из самых, можно сказать, даже мощных целителей в мире. 38 лет стажа, можете себе представить, только 38 лет. Значит, создатель и основатель новой целительной методики Liquid Consciousness. То есть переводится на русский язык, это... Система текучей осознанности. Текучая... Я на русский так перевела. На русский, да. Пока я сориентируюсь перевести на русский язык. Далее. То есть что это такое? Liquid Consciousness. И давайте мы с вами... Потом я буду потихонечку продолжать представление. Все регалии, да? Да, все регалии, они необходимы. Сейчас вы в этом сами убедитесь, дорогие наши теле... и радиослушатели. Люсия, здравствуйте. Здравствуйте, Миша, и здравствуйте, дорогие друзья. После такого представления будем говорить маленькой части моей жизни, которая является определенным итогом к данному моменту. К данному моменту изменения самой себя. Естественно, изменения Земли, потому что мы в единстве работаем через физиологию нашего тела с Землей, соответственно, как волны, это идет отражение, будем говорить, Вселенная, космос, и от этого уже никуда не уйти. Я работаю с физиологией, и это связано и именно с моей системой текучей осознанности. Название было дано мне на английском языке, The System of the Liquid Consciousness, и это система физического бессмертия, даже не смейтесь, ребята, на эту тему, это как реальность, да. которую мы сейчас создаем, мы закладываем платформу через наши физические тела в единстве с элементалями, потому что давайте не забывать, что мы все состоим из воды, естественно, такое великолепное существо Ундина, которая представляет воду в разных вариантах. Да. Мы знакомы с водой. Я знаком даже с Ундиной. Да. Кислород, сильф. Наши гномы, создатели кристаллов, великолепные алхимики. Вот вы сейчас сказали, извините, я вас прерву, слово алхимики. Да. Я хочу, потихонечку идет представление, регалии Люсии Дашкевич, то есть... Люсия – сертифицированный преподаватель программы «Мастерство алхимии». Алхимия в нашем представлении, в моем еще ничего не знаю, там много лет назад, это превращение в золото. Это алхимики, которые сидели с колбами там с этими всякими… Физически колдовали. Да, и колдовали, да. Это сейчас идет речь о нашем теле, которое превращается… Превращается великолепным замка, или же я могу сказать, превращается потоком высшей магии, намерения и фокуса, высочайшая белая магия, это намерение и фокус создателя в теле для создания физиологии своей жизни, которая является окружением и проявлением того, что человек создает и кем, и чем он является. И хочу сказать, что во всех моих практиках и то, с чем я работаю, является полнейшая реализация новых законов Земли. Потому что мы все знаем, что Земля меняется, космос меняется, люди знают о вознесении, они стараются каким-то образом двигаться, но в большинстве случаев люди просто забывают о том, что все то, что происходит, это изменение физиологии. И хочу напомнить о новых законах Земли, которые уже с 2005 года постепенно, а так как я практик,
и я прохожу все изменения сначала на физиологии с собой, mm-hmm. меняя свою жизнь. То есть моя жизнь – это пример. Вот давайте как раз пример об этом поговорим. Земли. Потому что нашим, так сказать, телезрителям и тем, кто смотрит нашу программу, смотрит довольно много. И несмотря на то, что это, я сказал, достаточно необычная программа, наши радиослушатели, чему я очень рад, телезрители, они подготовлены. Я в этом не сомневаюсь, те, кто слушает и смотрит нас, они, значит, уже ощущают, что им нужно сделать следующий какой-то шаг для своей физиологии. Расскажите, как вы это сделали, что значит вы перестроили свою физиологию? Речь идет о создании светового тела. Наши да. телезрители видят о том, что я сижу, скажем, в моем облачении физическом, да, Люсия сидит в своем. Разница между нашими несоизмеримая, но тем не менее, вот как вы дошли до такой такого. Жизни? Да. Значит, хочу сказать опять-таки, законы новой земли. Угу. Они говорят, но не каждый человек ангел, и я не побоюсь этого слова, потому что мы все с вами ангелы. Единое существо, которое вышло в физиологию для того, чтобы иметь свой опыт физиологии жизни на этой планете Земля, и для того, чтобы прийти внутрь себя, к себе, и все-таки познать, что ты есть ангел, ты имеешь безграничные возможности, что ты можешь практически при помощи намерения и фокуса, то есть объема белой магии, как я это называю, угу. алхимии, создать себя, свое здоровье, и как отражение здоровья здесь, healthy, wealthy and wise life, и отражение вокруг тебя, что дает в объеме и трансформацию всему окружающему пространству, это родные, близкие, сослуживцы, далее это человечество, это Земля, это космос. И новые законы Земли, напоминаю еще раз, мы все едины. Кто сомневается, не сомневается, это не важно. Единство энергии – это единство космоса, единство Земли, наших физических тел и все, что вокруг нас. Мы едины с вами, Миша, мы едины с вами, наши дорогие слушатели и те, кто смотрит нашу передачу. Далее. В этом единстве каждый из нас проявляет уникальность. И уникальность – это как мозаика, где целое полотно начинает играть в целостности от того, какой уникальный кусочек будет вставлен в эту мозаику. И играет вся целостность, то есть единство, уникальность. Далее, раз уникальность и мы едины, то вокруг нас создается пространство, которая является отражением нас. И я не могу уже по старой программе «Жертва-спасатель-преследователь» говорить, вот то, что вокруг меня кто-то за меня сделал, как сейчас народы, страны, территории, люди говорят, вот там правительство виновато, кто-то виноват, сосед виноват, там дети, родители. Такого просто не существует. Мы сами создаем эту реальность. Абсолютно. Мы сами создаем и отражаем вокруг нас. Поэтому это отражение приводит нас к следующему поинту или к следующему значению новой земли, которая проявляется, это ответственность за то, что мы создаем вокруг нас, потому что это игра на планете Земля каждой души, которая договорилась там до того, как выйти сюда, забыла, а девка, говорит, мешочек через голову, сказала, ничего не вижу, не слышу, давай играться, дорогой. Я хочу прервать на секундочку Люсия, да. вас, обращаясь к нашим радиослушателям, хочу сказать о том, что Люсия проводит обучение вот этому созданию той реальности, в которой мы все существуем. Это обучение проводится по интернету, несмотря на то, что Люсия много лет проживает, я этому очень рад, у нас в городе Чикаго. Она проводит семинары, физические, кстати, вебинары на интернете и очные семинары проводят на территории России, Украины и других стран. Государство совсем недавно приехала из Египта, да. где провела много часов в гробнице фараона, простите. И не только. И не только. Но об этом мы поговорим в наших программах, поскольку мы планируем
Я давно пытаюсь, в общем-то, как так сказать, сюда притянуть Люсию, поскольку ну, она просто, так сказать, гармонично вписывается в ту атмосферу центра Сен-Гейтса и тех программ, которые мы ведем в этом центре. Так вот, это обучение. То есть вы обучаете многих людей, как создать эту реальность. Сегодня, на мой взгляд, это самое главное, потому что мы всю теорию мы знаем. Абсолютно. Мы все читаем, это везде сказано в интернете, где-то там, я не знаю, постоянно. Как научиться создавать ту реальность, которая будет помогать нам, а помогая нам, мы будем помогать другим людям. Я правильно выражаю? Абсолютно так. Сначала помоги. Знаете, как в самолете говорят, наденьте маску с кислородом на себя, а затем помогите ребенку и окружающим всем. Начинаем только с себя. И вот в этом как раз-таки опять продолжаю проявление нового закона жизни на Земле. Как, в космосе. Как этому учились вы сами и как этому можно научить, скажем, наших нас? Абсолютно каждого можно научить, кто как желает. Как вы это делали? Значит, начну с того, что сказать о том, что если мы начинаем принимать новые законы космоса на физиологии, тогда мы понимаем, что в этой ответственности внутри себя каждый из нас учитель. Абсолютно нет таких гуру, вот я сказал, так делайте, так было в плотных временах разделения, когда мы жили. 90-е, ну я помню, 80-е, 90-е, начало 2000-х годов, когда я тоже проходила свои уроки, и жизнь стучала маленькими кирпичиками, а я все-таки решала, вот мы возносимся, я спасаю мир, и бегала по треугольнику «спасатель». Больше всего это был спасатель, потому что исцелить, поднять всех, и я так думаю, что многие найдут себя в этом. И когда я наконец поняла и приняла, что моя ответственность физическая за свою жизнь говорит о том, что я и учитель, и я ученик. То есть нет такого, что я, да, я много обучалась, я работала по методам Сильвы, я работала по методам Монро, я очень много занимаюсь переводом душ, то есть души принимаю, это специфика моей работы, и души перевожу, когда они уходят из этого пространства. Сейчас очень много это происходит, душа принимает. Расскажите, пожалуйста, многие знают, те, кто знакомы с вами, я в том числе, о том, что еще на первых этапах, занимаясь по методике Сильвы, у вас было как раз на практике, вы проверили работу этой методики, когда вы попали, это была очень тяжелая авария, насколько я помню. Да, да, то есть так, не живут после такой аварии. Но как, это, что произошло? Вы знаете, было очень интересно, вот этот итог понятия и принятия, и при том хочу сказать, этап ментально-эмоционального принятия, когда ты знаешь, что ты отвечаешь за себя, ты учитель и ты ученик, ты учишься, но наше пространство и наши, будем говорить, ангелы, наши, как я говорю, гиды, гайдс, которые дают нам возможность движения и такие легкие подталкивания, но когда не понимаешь, ты знаешь теоретически, ментально-эмоционально, но это надо соединить с физиологией, чтобы клеточки приняли и сказали, окей, ты автоматом, создавая платформу новой жизни, положительной, я так скажу словами, потому что багаж никуда от нас не убегает, мы или же оставляем его, движемся дальше, или же мы все-таки ныряем назад. И ты начинаешь физиологически понимать, принимать, и тогда таких глубоких кирпичей на голову не случается. Что же произошло? Кирпич был такой, что я понимала, что я двигаюсь. Ну, в я, машине? Да. Как водитель? Как водитель. Я абсолютно ехала, но я тогда очень глубоко занималась методом Сильвы, я занималась теми вещами, которые очень хорошо работали в плотной энергии, будем говорить, до 2005 года, реальности новой. И физически я двигалась, я смотрела, и вдруг, на это было, как всегда, в Christmas Day, именно 24 декабря, Рождество, я ехала, я абсолютно четко видела, как наблюдатель внутри себя, опять-таки, это начало физиологии, пребывая внутри себя, в своем пространстве, ты наблюдатель, ты понимаешь, что происходит. Ты видишь, я еду с нормальной скоростью, двигаюсь, перехожу прямо к перекрестку, и слева со стороны водителя вылетает машина, которая не останавливается на стопе, и просто-напросто
врезается в меня. Все, что я помню, так как я находилась абсолютно в концентрированном состоянии внутри себя, я помню, что я нажимала ногу на тормоз, и больше все. И не помню ничего. После этого, когда я пришла в себя, моя машина висела на вот этот столб с надписью улицы на другой противоположной стороне. Она висела вот так вот. Меня постепенно эту машину опускали вниз. Я это видела, смотрела. Смотрела на себя со стороны, оттуда. С астрального тела. Да, смотрела. И знаете, было смешно, потому что я видела, что не разбились даже очки. Обычно при таких авариях меня машина моя спасла, будем говорить, но я спасла сама себя. До сих пор вот я вижу, ребят, очки. Да, очки. И физически я только, ну как, я еще не приходя в себя, меня машину сняли, проезжал местный почтальон, он вызвал emergency, всех, в общем, спасателей. Скорую помощь. Скорую помощь, открыли дверь, я продолжаю наблюдать. Меня вынимают из машины, кладут на вот эту вот штучку, чтобы завести в скорую помощь. И мне смешно, когда спасатель говорит, четко называет мой вес. Четко называет, берет мою сумочку, драйвер лайсенс, и говорит, права водительские, о, моя соседка. Значит, а и... вы, понятно, в бессознательном состоянии. А я в бессознательном. Меня кладут, меня завозят в эту скорую помощь. И я прихожу в себя, и у меня еще такой, знаете, опыт такой, что, окей, вес назвал правильно. Ой, как интересно. И знаете, такое чувство радости, свободы, класс, ты наблюдаешь. То есть ты вне пространства, вне времени. Ты все знаешь, вот эта точка покоя. И физически я пришла, когда меня уже в скорой приводили в себя, вкололи IV, то есть в вену что-то ввели. Да. Первый мой вопрос был, а меня заменили, вот как, знаете, walk-in. Души, которые входят при замене, когда они решают не продолжать свой урок, происходит авария, и туда входит другая душа, которая продолжает опыт, а ты уходишь гулять. И у меня сразу вопрос, уже логический, меня заменили? Ответ нет, дорогая, будешь продолжать и продолжать вести свой урок. Вот такие кирпичи бывают. Дорогие друзья, ну, тут много, я просто знаю, я так обобщаю, могу сказать о том, что человек в таком состоянии в данную секунду не может абсолютно физиологически, физически ориентироваться в пространстве, поэтому те машины, которые попадают в такую ситуацию, переворачиваются, понятно, зажигание включено, продолжает мотор работать, бензин, понятно, вытекает, и возгорание и взрыв. Потом убедились, и медики, и полиция убедилась с очень большим удивлением, каким образом это можно было сделать в полнейшем бессознательном состоянии, выключить, нажать на тормоз и выключить, самое интересное, ключ повернуть. То есть это было в момент удара физиологически невозможно. Автоматически. То есть это когда было, сколько лет назад? 2004 год. Прошло, 2004 как вы сами понимаете, год. Уже 13 лет, но уже тогда... Это было, наверное, где-то вот начало вот вашего... Начало изменения физиологии, когда, вы знаете, привело к тому, что, да, ты вся духовная, ты вся обучаешь, исцеляешь, ты идешь по жизни, но ты не обращаешь внимания на себя и свою физиологию. А ты теперь, дорогая, восстанови себя. И вот эти, будем говорить, это была последняя, я думаю, капля физиологии, которая повернула меня... в сторону изменения себя на уровне физиологии. Хотя я проходила в своей жизни, и почему я говорю, что я могу помочь людям, и я помогаю, обучая их и делая плюсочки целительские сессии через свою liquid consciousness, потому что в молодые годы я прошла, будем говорить, неисцелимое состояние заболевания, и выводя себя из этих состояний, я продолжала, будем говорить, лететь, нестись, спасая, исцеляя, даря, отдавая. И опять я не занималась собой на физиологии. Я себя восстановила на физиологии, я собралась, и второй раз неисцелимое состояние я прошла уже без врачей, подписав бумагу. Это было где-то в 2001-2002 году.
И потом, так как я не поняла опять в 2004-м, так как уже изменения на планете, в космосе пошли необратимые после многих гармонических конвергенций, которые собрали наши души, начиная с 1987 года, почему я оказалась потом в Америке, и физиологически изменения готовились шагами, которые каждая душа в физическом теле принимала по-своему. Поэтому после этой аварии, когда я получила весь этот опыт, я все-таки поняла, что надо заниматься физиологией. Я опять восстановила себя, потому что это физически было невозможно. И в финале был еще маленький 7 лет назад кирпичик, но уже не физический. Ну, о чем идет речь, подытоживая. Дорогие друзья, во-первых, еще раз. Мы беседуем с Лисией Дашкевич, мы будем продолжать знакомство с Лисией. Это первая встреча ознакомительная. Если я тут перечислений, у меня довольно много, кто из себя Лисия, я очень хорошо с ней знаком и очень давно с ней знаком, но тем не менее мы все трансформируемся, мы все двигаемся, мы набираем наш опыт. И все это только лишь для того, что триединый, мы триединые, это body, mind, spirit на английском языке, это тело, дух, душа, тело, ум, душа на русском языке. И для того, чтобы куда-то перейти, какое-то высшее, будем так говорить, состояние, мы должны заниматься своей физиологией.